Гузель Санджапова, предприниматель, общественник и суперженщина. Очень много людей живет в очень красивых местах и живет в деревнях, которые тоже нужно развивать. И делать это нужно сегодня. Я уже 6 лет веду проект своей маленькой деревни. Это деревня моей бабушки. У нас порядка 3000 спонсоров со всех городов России получали баночку меда, который мы производим, и помогали нам построить производство и всю инфраструктуру. Всех имен не перечесть, но это все те люди, которые сегодня оставляют заказы на нашем сайте и помогают нам строить общественный центр в Малом Туруше. Это огромное здание, 800 квадратных метров, которое закроет все оставшиеся проблемы деревенских жителей. Мне очень хочется, чтобы таких предпринимателей, как я, появилось больше. Потому что, если честно, российскую деревню спасет не государство, не вливание. Российскую деревню могут спасти только маленькие предприниматели.